Сельскохозяйственная ярмарка прошла в минувшие выходные по улице Пушкина в Махачкале. Участие в ней приняли более 180 производителей. На выбор горожанам была предоставлена экологически чистая продукция по сниженным ценам. Мероприятие прошло при содействии Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли Дагестана. Главы ведомств и мэр города Салман Дадаев договорились провести аналогичную ярмарку в преддверии священного мусульманского праздника Ураза-Байрам 30 апреля и 1 мая. Приобрести свежие товары по низким ценам можно будет на нескольких городских площадках. Сегодня мы пообщались здесь с и покупателем, и производителем. Все довольны. Махачкалинцы говорят спасибо сельхозпроизводителям за эти на самом деле великолепные товары, которым славится всегда Дагестан, которые на самом деле реализовывались по очень достойным ценам. Мясо 300 рублей, куры свежие, замечательные куры 180 рублей, капуста 60 рублей, другие товары тоже по таким же аналогичным ценам.